Дозвольте, я представлю, в нашої студії завітала Світлана Стаханова, виконуюча обов'язків головного лікаря Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг. Доброго ранку. Доброго. Отож, знову черговий раз будемо говорити про ВІЛ та СНІД захворювання, тому що начебто вже 30 років, ну більш ніж 30 років є ця хвороба, але рівень її підвищується. І знаєте, поспілкувавшись з багатьма людьми, не всі знають, і дуже багато міфів навколо цієї хвороби. Тож давайте ще раз черговий раз про це поговоримо. ВІЛ захворювання. Хочу сказать, что ВИЧ-инфекция – это хроническое, к сожалению, неизлечимое заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита. Угу. Это заболевание протекает в 4 стадии. Последняя стадия, 4-я, и есть стадия СПИДа. То есть это конечная стадия заболевания. Но я хочу сказать, что 4-я стадия – это не приговор, это не, угу. Это не значит, что… Якщо людина хвора на ВІЛ, це не означає, що обов'язково в неї Нет. буде СНІД. Вона може прожити все життя, не маючи 4-ї стадії. Вона може прожити із 4-ї клінічної стадії, со СПІДом, угу. да. Но, приймаючи определенные препараты, эта стадия может растянуться во времени. Поэтому у нас есть больные, которые с 2000 года принимают антиретровирусные препараты, живут до сих пор, и, слава Богу, у них все хорошо. Поэтому за время наблюдения, за время эпидемии в нашей Николаевской области было официально зарегистрировано 30 527 случаев ВИЧ-инфекции. Угу. Но хочу подчеркнуть, что это те случаи, которые официально зарегистрированы. Есть ну, примерно такое угу. же количество угу. случаев, которые не зарегистрированы. Это люди, которые знают о своем статусе или не знают. Знают, но не обращаются, или не знают и боятся обращаться. Из угу. них, из этих 30 тысяч, было 4374, это случай со СПИДом. Угу. Скажите... По состоянию на 1 октября у нас в области состоит на учете 9013 больных ВИЧ-инфекцией, и из них 1807 – это больные с 4-й клинической стадии. Угу. Знаете, дуже багато часу говорили, что ВІЛ – это смертельное захворювання. Тобто це смертельний вирок, чи все ж таки це хронічне захворювання, яке може бути підконтрольоване людиною? Я вам уже говорила, що ВІЧ-інфекція – це хроническое, к сожалению, неизлечимое заболевание. Просто невиліковне, так. Неизлечимое, угу. но при определенных условиях, при определенном приеме препаратов, которые у нас есть, больные эти живут длительное время. И, как я уже говорила, у нас есть больные с 2000 года, которые угу. принимают эти препараты и живут и здравствуют. Симптомы захворювання? К сожалению, начало заболевания очень часто можно пропустить, потому что начало заболевания может протекать как острая и респираторная инфекция. Угу. Подъем температуры, увеличение лимфоузлов, недомогание, слабость и так далее. К сожалению, от момента инфицирования до проявления таких тяжелых клинических проявлений проходит от 8 до 10 лет. Поэтому больные вот в этот период угу. чувствуют себя относительно благополучно за счет того, что их иммунитет еще может справляться угу. с этой инфекцией. И когда они уже обращаются к нам, то это, к сожалению, 3-4 клиническая стадия, больные в тяжелом состоянии. То есть я так понимаю, что нужно профилактические меры проводить и сдавать анализы. Что до анализов? Кто и как может проверить на ВИЛ, СНИД? По поводу обследования. Обследование на ВИЧ является специфическим. Это первое. И второе, по закону Украины, обследование на ВИЧ должно быть добровольным угу. и только с письменного согласия пациента. Угу. Просто набрать анализ крови у больного и сказать, что мы вам взяли на ВИЧ, это влечет за собой криминальную ответственность. Угу. Поэтому некоторые больные боятся. Некоторые боятся стигмы, дискриминации, а что скажут, они, дай бог, узнают, выгонят с работы, а что скажут родственники, угу. а что скажут соседи, а кто-то еще. Поэтому если... В нашем законодательстве будут какие-то изменения по поводу того, чтобы обследование на ВИЧ явилось, допустим, обязательным, как обследование на сифилис, то это, возможно, упростило бы нам работу. Но, к сожалению, мы обязаны спрашивать разрешение, не просто разрешение, брать письменное разрешение у больного на обследование на ВИЧ-инфекцию. Обследование на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно. В поликлиниках по месту жительства, в кабинетах доверия и в нашем центре, областном центре паллиативной помощи, за нами осталась функция обследования, диагностики и назначения антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных больных. Это Потемкинская 138Б, ежедневно с 8 до 12, бесплатно. Угу, безкоштовно. Да. Так. Обследование проводится или же на основании паспортных данных, угу.
Или же, если человек хочет анонимно, это можно сделать анонимно. Ну, от кажете, бояться, что там выгонят с работы. Да. Если это хроническое заболевание, если оно лікується, чому бояться? Может, потому что навколо нього багато міфів. Дехто боїться там навіть руку інколи потиснути. Давайте розвінчаємо ці міфи. Що так просто будь-яка людина не захворіє, якщо в мене або там когось є. Я хочу сказати, що путі зараження ВІЧ-інфекції – це перший половий путь, другий путь – це ін'єкційний. И третий путь от беременной мамы к ребенку. Угу. Я хочу сказать, что все эти три пути, они являются управляемыми. То есть мы сможем каким-то образом на них влиять. Да. Таким образом, да, в области проводится программа обмена шприцев, например, наркозависимым выдают препараты, им выдают чистые шприцы для того, чтобы они могли этим пользоваться и не использовать старые шприцы или друг от друга. Угу. Это первое. Второе. Половым путем. Значит, мы проводим такие беседы профилактические с молодым поколением для того, чтобы предупредить эти различные половые связи, незащищенные половые связи. Нашим больным выдаются презервативы. То есть средства защиты определенные эти. И от беременной мамы к ребенку тоже есть программа, которая беременных мам защищает. И у беременной мамы ВИЧ-инфицированной может родиться здоровый ребенок, угу. если она выполняет все наши рекомендации и принимает препараты. Так. Все препараты, хочу сказать, есть в достаточном количестве, выдаются бесплатно. То есть они безкоштовные, эти препараты, да. будь-який хворий может их отримати. Это да. нового поколения, кто виробник, ну, за кордон, чи наше виробництво? Нет, препараты мы получаем частично из, закупает нам государственный бюджет, частично мы получаем угу. от доноров наших. Ну, препараты, это, конечно, в основном. Щодо препаратів, я готуюсь до нашої бесіди, багато почитала, що хворі не хочуть приймати антиретровірусну терапію, тому що вона токсична, поражає печінку, і вони кажуть, якщо ми не умремо від ВІЛу, то краще умремо від цирозу печінки або іншого. Прокоментуйте, будь ласка, настільки вони токсична ця хіміотерапія чи ні? Чи можна все життя прожити, пропити і нічого не буде? Хочу сказати, що, як і будь-який лікарственний препарат, наші препарати теж мають якісь побочні ефекти. Якщо больні жалуються, якщо у них є ці проявлення, у нас есть возможность замены этих препаратов на другие, более эффективные. Но хочу сказать, что еще раз подчеркнуть, что у нас есть больные, которые с 2000 года принимают эти препараты, живут и чувствуют себя прекрасно. Единственное, что нужно раз в 3 месяца или раз в полгода приходить на прием к врачу, сдавать анализы, обследоваться, то есть для того, чтобы предупредить, не дай бог, всякие недоброжелательные, неблагополучные эффекты, поэтому нужно наблюдение врача. Если можешь, еще несколько запитаний от наших телеглядачей. Добре, ось одне із них, чи обов'язково при ВІЛ-захворюванні будуть опортуністичні захворювання? Я так розумію, це оті додаткові, так? Які, да, ну, чи обов'язково вони будуть, чи ні? Они будут в том случае, если уровень иммунитета будет очень низким. То есть у нас есть такой показатель, как CD4 клетки. Это клетки, которые отвечают за остаточное количество иммунитета, скажем так, в организме. Если этот показатель низкий, тогда есть очень большой риск. Хотя такое заболевание, как туберкулез, может развиться при любом показателе CD4, так, может и при хороших показателях. И у здоровых людей, да, точно так же, как и у всех. И поэтому у нас особая опасность – это заболевание туберкулезом наших больных. Угу. Вы кажете, эти CD-клітини, я знаю, что здоровые люди их 1500, а у хворих они иногда падают до 13. Есть возможность их потом поднимать? Ну, а ноль. И ноль, наверное, было. Есть такие больные, у которых ноль и один, и два. Единственный препарат, который повышает иммунитет у наших больных, это антиретровирусные препараты. Никакие иммуномодуляторы, никакие вот эти когти, хребты акул, когти котов и все остальное, это просто, извините, большие деньги, которые некуда девать. Поэтому единственный препарат – это прием антиретровирусной терапии. И еще одно запитание, ну, я не знаю, как на него додаю, что страшнее, цукровый диабет или ВИЛ-захворювання? На сьогоднішній день. Я не могу сравнивать эти два заболевания, но я хочу сказать, что больные с ВИЧ-инфекцией обеспечены за счет государства и обследованием бесплатно, и приемом антиретровирусной терапии. Угу. Препараты дорогостоящие, государство идет на это. На 2019 рік буде можливість на 100% забезпечити ліками хворих? А мы сейчас обеспечены. Ну и на 2019 в бюджете теж прийнято. Те препараты, которые у нас есть, у нас, да, частично мы планируем на 2019 год, и на 2019 год у нас составлена потреба, поэтому пока волноваться у нас нет. Угу. У нас не было таких ситуаций, когда вообще не было какого-то препарата. Таких ситуаций просто лікуватися, так, бажання. Самое главное – их принимать вовремя, не пропускать.
и принимать. И если больные говорят, как вы говорили, действуют на печень или что-то еще, бежать к врачу, а не заниматься самолечением. И у меня какие-то высновки. Да, у меня то заболело, у меня это. Кроме того, что больные принимают антиретровирусную терапию, есть и другие заболевания, которые протекают параллельно. И врач должен дифференцировать, или это связано с приемом терапии, или это не связано с приемом терапии. Тобто, підрозумовуючи, на жаль, дуже мало часу, нашу розмову, ВІЛ захворювання, це не обов'язково буде СНІД, з ним можна жити, можна прожити от, середньостатистичне життя здорової людини, от умерти по старості, наприклад. Можна. У нас є больні, к сожалению, сейчас і великовозрастные, скажем так. То есть больные, которые уже в возрасте, и они принимают терапию и чувствуют себя прекрасно и могут умереть, извините, не от вірусної інфекції, а от каких-то побочних. Я вам щиро дякую. Дякую, що так розвінчали міфи, про які так багато говорять. Я нагадаю, що в нашій студії була Світлана Стаханова, виконуюча обов'язки головного лікаря Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг. Дякуємо вам, будьте здорові, ви теж бережіть себе.